Поставил ее на себя. Нет, конечно. Во. Снял. Нет, вот тут. Вот стало. Подожди, он должен с этой. Это не ломай. Не знаю. Если он теперь он едет. Ну. Понял? В общем, да. Вот эта кнопка, вот средняя получается. Ну как его выключить? Все. Подошел. Снял его с этой сигналки. Как я включил? Вот он. Вот. Можно ехать. Нет. Один раз. Резко опустил и все. Вот. Все, типа, все, готов. Готов к работе. А, вот мелодия-то проиграл. Ну. Все, поехал. Ладно, давай чехол поставим. Посмотрим. Короче, я достаю его. Из этого пакетика все фигня. Как он одевается? А! Это можно ехать, в смысле, так что? Подожди. Подожди, что за чехол? А, вот это руль. Нет. А, подожди. Это голова, это вообще на вас чехол одевается. Подожди. Это против дождя чехол. Подожди, выключи сейчас. Мальчик будет. Да это голова, вот это, вы что это? Это на человека одевается. Понятно, что они там без... Что там для рук было, нет? Не знаю. Нет? Нет, нету для рук. Так, шлем поверх красной этой штуки надо. Вот так можешь снять. Шлем поверх красной, да. Да, ну. Сейчас шлем оденем, да. Да надо поверх красный шлем. А зачем прозрачная спереди? А, вот оно что, и фару, чтобы видно было. Ну, даже китайцы какие продуманы, а. Да, вот так нормально. Полностью электрический мопед. Очень крут. Ты офигел, Вова, да? Да. Я думал, это чехол просто отдашь. Что-то, ну, крутая штука вообще. Ну-ка, комментарии дай. Очень крутая штука. Бесшумная совершенно и ускоряется прилично. Я оценил. Понравилось? Да. А на передёжнике лучше есть? Да нет, этот вообще бесшумный. Едешь как будто на мопеде.
как будто педали крутишь, только не крутишь. И для, вон, для чая есть под стаканчик. Вообще удачно. Для чая, может, для венца. Так, ну что, его надо заглушить? Да, глуши. Вообще бесшумно, что завел, что заглушил. Ну. Ой, это, наверное, к вам клиент сидит. Ну. Здорово, Серёга. Ну, таких. Ну, прикалываешься, у нас сюда роботы такие только и были сыра. Так, тут смотри, тормоза. И вот тормоза и вот эти? Да, и обе тормоза. Обе тормоза. Это зад, да? Потихонечку сейчас трогайся. Это зад, там перец. Вот это перец, да. Не перец нахрен. Ты на видео попадешь, ладно? А? В YouTube попадешь, пойдет? Пойдет. Ну, давай, пробуй. Тормоза не забывай. Китая. Китая. Ну, быстро идет, да? А тут, как обычно, бардачок или кто-то едет. Да, бардачок. В другую сторону руль. Ой, не руль, а этот ключ в другую сторону дави. Да? Да-да. Все, отщелкнулся. Нормальный такой. Да? Что-то для документов хватит тебе? Там 5 батарей, 3 сверху и 2 снизу батареи. Можно запасные собрать здесь? Да, этого хватает. Они батареи тяжелые здесь, тяжелее, чем мотоциклетные. У нас тут елки-палки, вентилятор работает. Ну вон весь мотор в колесе в заднем. Зачем это все сочинять, когда просто колесо поставил? Поехали. И не на. И все, и тебя это. ТСТОшки все сократят, электрики останутся. Будут колеса менять и все. Ну ходовку там еще может быть. Так, погнали.
Здрасте. Руками махнуть, в небо подняться, страх оттолкнуть. В воздухе птицы и даже синицы манят меня, и глядя нам в лица, гордо летает, чирикает всем. Я же летаю только во сне. А крыльями птицы воздух терзают и дразнят меня, что летают, летают. Никто им на небе жить не мешает. Рожденные в солнце в них только стреляют. А крыльями птицы воздух терзают и дразнят меня, что летают, летают. Никто им на небе жить не мешает. Рожденные в солнце в них только стреляют. В воздухе птицы, в воздухе птицы плавно летают и просто резвятся. Сверху для них это так все красиво. Дайте же мне насладиться, как мило. Птицы смеются, летая над нами. Им не нужна жизнь такая шальная. Деньги для них ерунда просто так. Ветер и скорость для них не пустяк. Воздух терзают и дразнят меня, что летают, летают. Никто им на небе жить не мешает. Рожденные ползать в них только стреляют. А крыльями птицы воздух терзают и дразнят меня, что летают, летают. Никто им на небе жить не мешает. Рожденные ползать в них только стреляют. Махая и ввысь поднимаясь, вниз я смотрел бы, не удивляясь. Как же вы, птицы, скажите мне смело, на высоте вам уже надоело. Люди, которые вас замечают,